Всем привет, дамы и господа, и очень многое изменилось с того момента, когда я снял последний ролик на проекте Amazing RP Russia. Теперь это не Amazing RP Russia, а Amazing Online. Название, оно звучит, ну, как-то более приятно, более по-новому, свежо, и тем более нет такого, что привязывается это к какой-либо стране. Теперь мы на Amazing Online собираемся снимать абсолютно новый и уникальный контент. А именно, это связано с тем, что вышло новое зимнее обновление, с которым вы можете ознакомиться в блоге обновления, либо посмотреть многочисленные ролики у других видеоблогеров. В свою же очередь, я хочу сказать, что не забывайте вводить мой промокод Левонти, который даст вам на 5 уровне 100 тысяч рублей, а на 10 уровне 200 тысяч рублей. На эти деньги, между прочим, можно купить неплохую квартиру и машину. Вводить промокод вы знаете как. Команда /промо. /промо на 5 уровне, либо до 5 уровня, вводите мой промокод Левонти, который у вас на экране, и наслаждайтесь жизнью. Итак, сегодня в данном видеоролике я решил протестить одну интересную и немаловажную фичу, а именно то, что добавили номера и регионы. Номера были, соответственно, добавили регионы, то есть теперь можно на машину поставить номера какой-либо другой страны, либо же поставить, например, страна Россия, но поставить любой ваш регион. Тем самым вы можете на какую-нибудь вашу чебурку поставить номер, который примерно у вас в реальной жизни, условно, или даже не условно, в зависимости от того, как вы захотите. Но сегодня, конечно, я буду обузить фортуну, повезет мне или нет. Напомню, что у меня в моем арсенале имеется только Mercedes E, 63S, на котором, к сожалению, у меня ничего нет, значит, и мне при этом надо произвести ремонт дома, чтобы купить дополнительный слот, и, соответственно, мы купим какую-нибудь чепырку и попробуем поставить на нее номера своего региона. Давайте съездим сначала в риэлторское агентство и починим наш дом. Кстати, сегодня я в скине Владимира Вольфовича, царствие ему небесное, был искусный политик и просто гений. Так, мы прибыли в риэлторское агентство, сейчас мы тут починим дом, потому что бывает его грабят, от этого мы никуда не убежим, так скажем, и хочу заметить, что обновили интерьеры. Я не буду бегать и показывать все интерьеры, которые обновили, но обновили их много, но вот в частности риэлторское агентство, которое обновили, тут теперь намного приятнее и легче стало находиться, потому что выглядит это все свежо, по-новому, и нам нужен вот этот чекпоинт. Ремонт дома либо особняка после ограбления, 217 тысяч, все. Мы оплатили, и сейчас мы направляемся за нашим, значит, автомобилем, за нашей Жигой. Итак, мы прибыли в святую святых. Это цирюльня, где продаются вот такие аппараты, которые стоят своих денег, безусловно. И для начала, если вы купите квартиру, вы сможете приобрести очень легко какой-нибудь из этих автомобилей, который неплохо едет. Ну, я, естественно, буду упражняться на данном автомобиле. ВАЗ-2107, это дефолт. Мы его приобретаем. Отправляемся к нам домой, забираем его и направляемся непременно к ДПС, потому что, как-никак, нам нужно будет ставить номера на него. Ну, еще у меня есть дополнительный слот, я могу купить еще одну машину, но, как известно, с новым обновлением можно 10 раз за сутки поменять номера, и поэтому мы направляемся сейчас в ДПС. Пойду в обход системы, потому что я ролик снимаю, мне нужно добраться аккуратненько, и я надеюсь, никому не помешал тем самым. Все, паркую здесь свою машину. Кстати, посмотрите, как сочетается красный пиджак Владимира Вольфовича и моя семерка. Это же просто идеально. Заходим. Получение номерного знака. Итак, есть замена существующего. Посмотрим это на Мерседесе. Вот регистрация номерного знака. Мы можем здесь выбрать любую понравившуюся вам страну. Это может быть РБшечка, Республика Армения, Азербайджанская Республика, понятно, Грузия. Но мы выбираем Российскую Федерацию. Выбираем наш регион, ну, пускай это будет, например, Краснодарский край, как у меня. 23-й. А тут можно 123-й? Нет, тут ограничивается все, но на таких вот. 23-й выберем, да? Нажимаем «Получить» 15 тысяч. А402Е. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, слушайте, весьма неплохо это получилось. Ну, это как обычный номер, по сути, на регионе уже не 52-й, а 23-й. Получил я вот на такие вот номера А402Е. Но, естественно, нас такие номера не устраивают. Давайте попробуем затестить систему замены существующего. 45 тысяч. Ну и давайте тогда в таком случае пообузим, наверное, эту систему с моим основным автомобилем. Учитывая то, что на Мерседесе можно менять их, и, в принципе, также потратим 40 тысяч. Давайте направимся именно туда. Потому что, ну, это действительно интересно все выглядит, это забавно. Только я вот не знаю, на самом деле,
на данный автомобиль, какие номера поставить. Будет, ну, прям солидно. Я думаю, тут какой-то московский регион будет цениться, как и в реальной жизни, по сути, но учитывая тот момент, что регионов много и блатные номера могут выпасть намного чаще, чем ранее, то все-таки давайте посмотрим. Ну, 23-й регион также давайте забудем. И нам выпадают номера Х121ВУ. Слушайте, ну, по сути, так-то неплохо, это зеркалки, но все равно меня это не устраивает. Давайте дальше это обузить. У нас еще осталось, по-моему, 9 раз мы это можем сделать. Давайте это продолжим это тестировать. Итак, что, 23-й, наверное, будем обузить регион до Талова. Ага, 367 это нас не устраивает. Давайте дальше обузить. Так. 175 ТНТ. ТНТ нас тоже не устраивает. Дальше обузим. И сейчас, может, там что-нибудь и выпадет. 816 МА. Нет, такое нас тоже не устраивает. Потому что, ну, согласитесь, у нас автомобиль такой солидный, статусный. Мы такие номера выбиваем. О453 АЕ нас тоже не устраивает. Но скоро такое чувство я поймаю КД на эту всю тему. К553 АТ, но я уже где-то близок, потому что КАТ, в принципе, нормальная серия номеров, 553 тоже, но я хочу какую-нибудь такую, знаете, прям блатную серию. КВМ-145, не, походу все, ничего мне не выпадет из номеров, остается только надеяться на вас, вдруг вам что-нибудь выпадет хорошее. Ага, М373, зеркалки, нас такое тоже не устраивает, УШ-160СВ. Ну нет, ну ребят, это же все, ГГ. ГГ, к сожалению, мы воспользовались, у нас тайвинг, ну, 660 СВ, как бы, да, это наш предел и максимум. Все, мы можем уезжать в закат, так сказать, в освояси. И я, в свою очередь, хочу сказать, друзья, что такое обновление, которое вышло, оно очень интересное и забавное. Вы можете попробовать купить любой из автомобилей, который вам нравится, и попробовать за день раз 10 поменять эти номера, и может вам выпадет блатная какая-либо серия, которая будет цениться. И, в принципе, я, наверное, сейчас буду уже серию на этом заканчивать. Опять-таки напомню, что не забывайте вводить мой промокод Левонти на сервере Amazing RP Azur или же Amazing Online. Он даст вам на 5 уровне 100 тысяч рублей, а на 10 200 тысяч рублей. Он у вас сейчас на экране, вводить его можно по команде промо. И мне пришла идея, она такая, в принципе, простая и интересная. Это тэпнуться на Анашан и посмотреть, какие номера сейчас там в спросе, какие они в цене вообще. И кому что выпало. Давайте побегаем, посмотрим. Вот чуваку выпало на 54-м регионе. 3 шестерки СВР, по-моему, солидные номера, но мне кажется, они ему не на первый день выпали. Так, тут видно чел из Беларуси, у него тоже номера прикольные. Там 98-й регион, ему ничего хорошего не выпало. Тут 52-й, тут вот САК 12-й. Е-е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 
КК-777 тоже неплохо. Вот это вообще солидные номера. И вот это солидные номера. Не, ну товарищи, это, конечно, жесть. Ну, слушайте, неплохие номера так-то выпадают людям. Давайте тогда будем заканчивать на этом. Сразу спасибо за просмотр. Всем я желаю приятного, хорошего вечера или там дня, где вы когда смотрите этот ролик, я не знаю. Всем удачи, ребят.